цель данной встречи, чтобы вы поняли, зачем вам нужны подписчики, это раз. И второе, как вы можете их начать набирать быстрее, с минимальными вложениями денег и времени. И сегодня я пригласил Илью, потому что у Ильи буквально завтра уже будет начало интенсива по взаимному пиару. И вы сейчас можете задать вопросы Илье по завтрашнему первому дню, который будет бесплатен, и получить развернутые ответы. Но у нас есть ограничения по времени, желательно уложиться в 15 минут, потому что ну, есть определенные, как говорится, определенные нюансы, так скажем. Постараемся уложить. Я тебя перебью, потому что можно представлять и рассказывать, и я знаю, ты, у тебя ораторское искусство очень круто развито, и поэтому очень долго можно делать. У меня на самом деле тоже очень сокращенное время. Ребят, буду очень-очень краток. Смотрите, как раз-таки вот таймер прозвенел у Артема. Да. Всем привет, меня зовут Илья Ситнов, и я, да, не случайно пришел на данное событие, потому что у меня завтра событие. Кто хочет из вас за 5 дней заработать от 100 тысяч рублей до 800 тысяч рублей за 5 дней, не вкладывая ни копейки? Правда, вот, ну, как бы, опустим все вот эти, знаете, там, придите ко мне на вебинар, там, подпишитесь, проплатите, я вам точно расскажу методику, а там через 30 дней получите, через 100. Не будет такого. То есть у нас на интенсиве прям зарабатываются деньги. Я воочию открываю экран, ничего нету, я ничего как будто бы не знаю, никаких баз нет, подписчиков, то есть ничего у меня нету. То есть я начинаю вживую делать. Я вам говорю, напишите буковку Q, и сам ее тоже пишу. Вот сейчас все напишите букву Q. То есть я в чат вот напишу букву Q. Причем я при этом рассказываю, обратите внимание на английский язык. То есть должен стоять с правой стороны английский язык. Вы посмотрели, ага, понятно, что по ошибке не было, тоже написали Q. Теперь напишите букву W. W – это следующая справа, получается, галочкой. Так, отлично, я тоже написал. Теперь напишите букву E. Вы пишете букву E сейчас. Дальше вы пишете буковку R, это следующее, вот видите, у всех все получается, вот точно так же проходит, и дальше еще буковка T есть, и теперь буковка уже по инерции Y, то есть такая рогатка, вот. И теперь все слово, которое вы написали, и оно будет QWERTY, вот. Вот у меня получилось, и у вас тоже получилось. Вот то же самое, вы также заработаете с легкостью 100 тысяч рублей и выше. Я буду в живом времени задавать вопросы, делать все, и у всех все будет получаться. То есть вот всем понятен принцип, как будет интенсив проходить. Я говорю, ай-яй-яй, здесь не надо делать, здесь нужно делать так. Делаю так, и тут же мне падает там 20 тысяч рублей. Вы видите, о, отлично, повторяете за мной, и тоже вам падает. То есть понимаете принцип. Естественно, нужно работать над собой. Вот, я вообще не вижу, почему вы до сих пор мне не похлопали. Вот хлопает мне сейчас Артем Плешков. Я вам сейчас реально методику рассказываю на миллион. Понимаете, за 5 дней вдумайтесь, заработать, ну, до 800 тысяч, ну, где это вообще видано, не вкладывая денег. Расскажу разные стратегии и с деньгами. Как можно еще быстрее это все сделать и больше, и без денег. То есть я понимаю, сам так же начинал, и намного граблей наступал, много меня кто обманывал в интернете. То есть, ну, когда я как бы не знал, понаслышке приходил, что-то там слышал, там посмотрел что-то там, попробовал, и ничего не получалось. Вот, теперь эти дни прошли уже, и, естественно, я состоялся. И вообще, по сути, Артем правильно сказал, мы живем... Сколько, Артем, до тебя мне идти или тебе до меня, ну, не знаю. Ну, 5 минут. Ну, даже меньше, чем 5 минут на самом деле. Вот. Но смысл, мы живем на Бали. Мы прилетели сюда с России, да, и вот здесь будем встречать там Новый год. Вот, и по сути это очень круто, когда ты владеешь деньгами, когда ты правильно финансовыми своими потоками, работаешь над своими финансовыми потоками. Конечно, хочется, всех денег не заработаешь, но хочется намного больше. И придумываешь еще какие-то алгоритмы, выпускаешь продукты, но это длинные деньги, которые сложно делать. Да, вот там Евгений Попов затрачивает на это время, ну, полгода. Я там делаю свой продукт, тоже там полгода, год трачу на это. Но это длинные деньги, которые сразу потом принесут очень большие финансовые показатели в плюс. Смотри, люди пишут, что-то не верится, не у всех это получится. Ты будешь отвечать сегодня на вот подобные вопросы или ты будешь их игнорировать? Да нет, почему я могу ответить? Ну вот смотрите, сейчас поднимите правую руку и напишите сейчас восклицательный знак, у кого это получилось. Ну правда, то есть это очень просто. Вот.
Смотрите, ребят, у меня получилось. И вот я поднял руку и вот сделал, повторил действие. Если вы реально это повторили и сделали, и не преувеличили, и не преуменьшили, то есть, типа, знаете, вот так вот сидит такой чувак и такой, ну да, он сказал поднять, я поднял и поставил восклицательный знак. И вроде сам не поднял, да. То есть тогда, конечно, не получится. Ищите ошибку в себе. Я вам не монах и не Мерлин, знаете. А сабим-балабим, чтобы у вас прилетел миллиончик. Вы что, прикалываетесь, что ли? Это живые деньги, это реальность. Ребята, тут попотеть надо. Это не просто вам пришли, я такой Мерлин. Ух! Нет, я знаю, конечно, ну, знакомых Мерлина. Вот с ними я могу посоветоваться и вам помочь. Вот, но на самом деле, то есть, ну, как бы работать придется. Это не бесплатка там какая-то. Вот, потом... Это не обман, это не какие-то там левые бабки, да, то есть, как бы, которые там падают там за клики, там еще что-то делаешь, там нет, это живые деньги, и о них мы будем разговаривать. И самое прикольное, если я поднял руку, Тёма поднял руку, у меня получилось, у него получилось, у вас, даже если не получилось, вы получили навык, я вам рассказал ошибки, которые вы совершили, потом вы опять поднимаете, вы зарабатываете, вот и все. Принцип-то обычный. Вот. Здесь еще что очень важно, наверное, стоит отметить, что если вы там не умеете разговаривать или у вас ораторского искусства нет, то на первоначальном этапе это можно избежать. То есть общение будет через компьютер. Вот, вот смотри, что-то не верится, пишет женщина, по-моему. Но знаете, вот я вот всегда как говорю, не верится, потому что вы в это не верите, в то, что вы можете это сделать. Но это уже вопрос к вам, почему вы не верите в себя. А в том, что это работает, это факт. Ну, опять же, пример тому, Женя Ванин, я, Илья Ситнов, да куча других ребят, которые собирают базу подписчиков и зарабатывают на этом. Да нет, тут вопрос в том, то, что ты уже... Почему ты вообще поддерживаешь? То есть мы каждый поддерживаем, ребят, те проекты, в которых мы уверены. То есть одно дело зарабатывать бабки, я вам скажу по секрету. И да... Блин, ну прикольно, там раз там заработал за выпуск там миллион, полмиллиона, нажал на кнопку и все без проблем. А другое дело, то есть верить в это и, естественно, поддерживать те проекты, которые, ну, в которых ты уверен. То есть меня поддерживает там Артем Плешков, да, там, да все поддерживают, да, то есть как бы все крутые даже инфобизнесмены страны. То есть вы вдумайтесь, значит, ну, наверное, я не буду их топтать, как это, то состояние, да, к которому они шли там годами. То есть я взял, они порекомендовали вам, сами не уверены в этом. И ну, репутация – это как бы очень важный критерий. Если обо мне говорит Вергус и сам делает и получает подписчиков, то, ну, наверное, Вергус – это тот, кто нагоняет Азамата Ушанова. Со мной, даже мне сам Азамат Ушанов звонил, то есть как бы я нагоняю Азамата Ушанова подписчиков. Так, все, ребят, да? 5 минут еще осталось, так что успевайте задавать. Давайте вопросы. Будет, значит, мероприятие проходить в форме открытого, без всяких там слайдов, знаете. Ну, то есть со слайдами, точнее, и с открытым экраном, и все это показывается и делается. То есть нет такого, что вот тебе скриншотики, посмотрите, что-то там кто-то подправил, все в живом времени. Давайте я сейчас... можно тут экран показать? Слушай, я не знаю, по-моему, нет, но я, во всяком случае, этого ни разу не делал. Ладно, то есть, как бы, я бы хотел вам просто показать, сколько у меня заказов приходит в день, чтобы вы понимали и четко отдавали себе отчет, то есть, те заказы, которые приходят, то есть, постоянно-постоянно приходят заказы на разные абсолютно продукты, плюс сервис, который называется goodly.pro, вот кто-то присоединился, видимо, есть вопросы. Да, может быть, хоть вопрос задать, как вроде, да, посмотрим, какой вопрос. Да, давай. Если вот. Будет Если есть желание, можете подключаться и вместе быстро поболтаем. Слушаем вас. Да, если у вас, конечно, у нас все нормально с аппаратурой, у вас слышно, возможно, будет там видно, то есть без вопросов. Значит, завтра ссылка придет на фри день непосредственно в моей рассылке. Я вам могу сейчас скинуть ссылочку. Да, скинь в чат, кстати, друзья. Сейчас вы можете почитать об интенсиве. Кто захочет, да, может сейчас присоединиться. Мест ограничено, всего лишь 500, поэтому имейте в виду, у меня в предварительный список уже сейчас более 1200 человек. Мы сделаем письмо, и комната будет переполнена. Как только увидите письмо, тут же приходите и сидите в комнате, главное, не выходите с нее. Потому что, ну, реально, на 500 мест это забить нам...
ну, очень легко. Кто был на мероприятии Вергуса, тот прекрасно понимает и отдает себе отчет, что я говорю только чистую правду, потому что это далеко не секрет. Когда нам надо нагнать народ, мы нажимаем на кнопку, и все оповещены, у всех большие базы подписчиков. И вот Артем специально меня сейчас пригласил. Поскольку по времени в 7 часов вечера будет вебинар. То есть он будет такое, это занятие будет-вебинар. То есть вы уже определитесь, надо вам это и не надо. И сколько вы получите подписчиков, сколько денег, я вам покажу все наглядно и покажу даже, как зарабатывать деньги. Ребят, вот вы подсоединились, да, то есть, ну, задавайте вопросы. Да, сейчас попробую подключить еще раз. Подключай. Если не получается, то удаляй, тогда другие пусть, ребят, подключаются, у кого есть вопросы. Даю где-то секунд 30 на того, чтобы вы разобрались. Ребят, давайте очень коротко. Ну, либо мы можем переоткрыть комнату, конечно. Нет, это дело не в этом. Просто у людей что-то не работает. Обычно сразу все нормально получается. У меня нормально, я подключился, ты включился. Вы можете писать также в чат справа, слева, без вопросов. Да, то есть пишите сюда тогда вопросы. По Москве, да, в 19 по Москве. Запись будет, ребят, она будет только... Ну, через месяца, 2-3, когда мы все соберем в продукт. То есть это будет, по сути, продукт, который будет продаваться, естественно, в больших тиражах и количествах. Его уже априори, как бы, лучшие инфобизнесмены страны поддержали. Еще интенсив не состоялся, но уже понимают, какие масштабы. И поэтому, ну, на этом мероприятии нужно быть идиотом, чтобы не прийти и не посмотреть, как бы, воочию, как это все делается, закулисные тайны, да, плюс секреты. Ребят, если есть вопросы, живьем хотите задать, подключайтесь прямо сейчас. И, собственно, мы с Артемом прямо ответим. Вот, Артем, еще раз кинь ссылочку, пусть ребята проходят. Вот наверху есть ссылка, друзья. propr.goodly.pro/bookofkr. Вот, Артем, еще раз я скинул. Проходите сейчас по ней. Можете сразу оформлять заказ и оплачивать. Вот, ну, единственное, что я вам сразу могу дать тогда, это гарантию, то, что вы попадете в комнату. То есть на сам интенсив, который будет 5 дней. Это не какая-то шарашкина контора, лишь бы показать вам что-то и отвалить. То есть 5 дней, представьте, структура взаимопиара от и до, ну, вовнутри. То есть там очень много разных схем, которые можно применять. Мы собираем подписчиков без базы вообще, вот у вас нету. Вы можете сразу получить в первый же день плюс 1000 подписчиков. Это подтвержденно. Артем, вот, ну, не даст соврать, неоднократно у нас принимал участие и будет принимать, и в этом тоже он взаимопиаре себе место уже купил. Даже Плешков покупает за деньги взаимопиар. Вот сейчас вдумайтесь. Ну, то есть, как бы, зачем он это делает? Да все просто, потому что он не только собирает подписчиков, но он еще и зарабатывает на этом. Хотя при этом небольшую сумму он инвестирует и тратит. Это нормальная вещь. То есть, если вы тратите 10 тысяч рублей, подумайте, к примеру, да, а зарабатываете 150 в реале за 3 дня. Как вы считаете, будете вы инвестировать 10 тысяч? Да я 300 раз по 10 тысяч готов буду заплатить, лишь бы приходило больше и больше. Так и у вас будет. Да, ребят, вот напишите, кто из вас сколько денег приготовил на Новый год, чтобы вложить эти деньги реально в бухло, и потом иметь только головную боль и неприятный запах изо рта, да, и больную печень убивать, свою печень, которая у вас одна. То есть кто из вас вот реально выделил сколько денег? Можно даже не писать, на самом деле, будьте сами честными с собой. То есть, как бы, можете не писать. Конечно, я такой умный, сейчас напишу ноль, к примеру, да. То есть, если люди не пьют, вот мы с Артемом не пьем, да. То есть, тут вопросов нет. Даже если мы, то есть, мы вообще не закодированы, в смысле, мы выпиваем, но не бухаем и не употребляем чересчур это, да. То есть, ну, одно дело отметить Новый год, другое дело, давайте скинемся, адово потусим там и так далее, и так далее. Я лучше реально в Новый год заработаю кучу денег. Причем я буду смотреть телевизор, радоваться жизни, с ребятами тусоваться, да, и при этом как бы будут деньги сами капать, даже в Новый год. Интернет-бизнес – это очень крутая штука, она не останавливается. 24 часа идут деньги вперед. Спасибо вам за ваши потушки, за ваши лайки. За ваше... Ребят, короче, остается минута, и мы завершаем трансляцию. Я смотрю, что у вас вопросов нет, да, значит, это хорошо, да. Приходите. Все будет на интенсиве, то есть очень будет подробная информация. Сейчас вот прям вживую мы готовимся как раз-таки, вот, ну, меня Тёма выдернул, чтобы я немножко рассказал как раз-таки вам, как все будет проходить. Я вас жду на интенсиве по взаимопиару. Вот, все. Ребят, удачи. Ссылочку еще раз сброшу, завтра ждите рассылку с ссылкой
еще раз на уже на вот этот день, чтобы вы зашли, посмотрели, если есть какие-то сомнения или не понимаете.